Павел, на русском. Лови мяч, малыш! Малыш Саша, прокатись со мной! Хорошо! Нет, нет! Испугался я, ведь здесь так высоко. Залезать боюсь, а вдруг я ушибусь. Помогу тебе без страха тут играть. Если вдруг упал я, то пробую опять. Заберемся вместе. Немного страшно лезть так высоко. Залезать боюсь, вдруг я сильно ушибусь. Паучок, ты любишь лазать тут и там. Вместе станет лучше и веселее нам. Мы полезем вместе, будем высоко. Даже если вдруг мы снова упадем, выше шаг за шагом вновь залезаем мы. Несложно, раз, два, три, только посмотри. Турник этот хороший, но страшно залезать. Качаться любишь ты, прошу, мне помоги. Все твои советы очень мне нужны. Будем лазать тут, словно обезьянки мы. Мы полезем вместе, будем высоко. Даже если вдруг мы снова упадем, и преграды все дружно мы пройдем. Нам не сложно, раз, два, три, только посмотри. Малютка, и я домой хочу. До паутины как добраться я смогу? Очень осторожной буду я всегда. И надеюсь, справлюсь. Да, да, да! Я иду! Паучок, малютка, так мала. Все вокруг большие, вот дела. Может, не увидят они меня. Хочу быть дома снова я. Давайте, ребята, прокатимся на горке. Ой, надеюсь, на меня не наступят. Я паучок-малютка, и я домой хочу. До паутины как добраться я смогу? Очень осторожной буду я всегда. И надеюсь, справлюсь. Да, да. Паучок-малютка,
упадут. Прошу быть осторожней, я снизу, тут. Оп, лети высоко. Ой, ой, как же страшно. Ой, смотри, паучок. Я паучок малютка, и я домой хочу. До паутины как добраться я смогу? Это очень страшно, но я пойду. Помогите, дети, вдруг я упаду. Польешь меня водой, ты нет, постой. Не люблю я воду, нет, прошу. Как хочу домой, я спешу. Ой, я не люблю воду. О, маленький паучок. Поможем ей. Вот паучок малютка, она домой спешит. Как до паутины добраться ей скорей. Паучок малютка, ты не бойся нас. Мы друзья твои, поможем мы сейчас. Паучок, не бойся ты меня. Не беги, останься, мы друзья. Мы тебе поможем, не грусти. Паутину сможешь добраться ты. Всем нравится, знаю я, это цель.
так высохнет, папа. Хорошо, милая. Твоя очередь, мамочка. Хорошо, милая. Ты иди смелей в мой салон скорей. Девочки отдыхают вместе веселей. Не стоит бояться, всем нравится, знаю я, это цель моя. Закончила я почти, радуйтесь, друзья. Всем нравится, знаю я, это цель моя. Закончила я почти, посмотри на себя. Ух ты, мы выглядим великолепно, да, молодец. Да. А где волшебное слово? Хочешь чашку с чаем и поиграть? С чего же тогда надо начать? Научись ты вежливость проявлять. Надо, пожалуйста, сказать. Потом сказать спасибо надо нам, ведь благодарность так важна. Это очень просто, порадуй всех, и будет ждать тебя успех. Что нужно сказать, малыш Саша? Если ты голодный, что надо сказать? Со слова «пожалуйста» начать. Чтобы благодарность подчеркнуть, сказать спасибо ты не забудь. Будет лучше, если ты скажешь «пожалуйста». Вещи брать без спроса так нельзя. Нам надо сказать «пожалуйста». Наконец-то дали, что ты попросил. Сказать спасибо ты не забыл. Если быть мы вежливыми хотим, спасибо, пожалуйста, мы говорим. Много счастья дарят и тепла наши волшебные слова. Наши волшебные слова. Всегда стоит говорить спасибо. Чем же заняться нам? Чем же заняться нам? Бегать или играть? Я знаю! Что? Хочешь оседлать велосипед? О да, о да, о да! Хочешь оседлать велосипед? Научу я! О! Знай, что всем нужен шлем. Ты его надень. Да, надел. Будем с ним, мы в пути. Все в безопасности. Где шлем? Здесь! Хочешь оседлать велосипед? О да, о да, о да! Хочешь оседлать велосипед? Научу я! Локти ты защити, колени не забудь. Крепко ты все пристегни и спокойным будь. Где шлем? Здесь. На коленнике? Здесь. На локотнике? Здесь. Все здесь есть. Все проверили. Все проверили. Что же еще стоим? Мы помчим! Хочешь оседлать велосипед?
О да, о да, о да! Хочешь оседлать велосипед? Научу я! Сядь скорей на него, спину ты держи. Вот так. Руки тут, тут, ноги там. Там. Время ехать нам! Жизнь, да. Саша! Готовы? Да! Точно? Да! Крути педали, ты тогда! Да! Научился ты кататься сам, все смотрят на тебя. Научился ты кататься сам, мы гордимся. Пробежал! Как ты выучить сейчас полосу для езды? Сделали для нас! Стоп! Есть! Ждем! Здесь! Смотри, а потом да, есть! Да, да, да! Куда же ехать теперь? Куда же ехать теперь? Куда же ехать теперь? Да куда захотим? Да! 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 Очень любимый велосипед! О да, о да, о да! Ничего прекрасней в мире нет! Это правда! Если хочешь ты кататься, друг, тоже научись, а потом, как ветер с нами, друг, по дороге мчись! Чтобы быть всегда счастливым, кушай ты. Чтобы быть всегда счастливым, кушай ты. Веселись и не смущайся, просто маме улыбайся. Чтобы быть всегда счастливым, кушай ты. Малыш Саша, можешь сказать «кушать»? Ням-ням. Можешь сказать «еще»? Милый, скажи «мама». О. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Ты, щенок, скажи скорее, сразу станет веселее. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Малыш Саша, можешь сказать слово «мама»? Мама! Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Слово «мяч» скажи скорее, сразу станет веселее. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Ладно, милый, повторяй за мной. Скажи «мама». Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Би-би. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Би-би. Слово ты скажи, машина. Веселиться есть причина. Чтобы быть всегда счастливым, поиграй. Малыш Саша, можешь сказать слово «мама»? Я дома. Мой малыш, иди сюда. Помочь мне сможешь ты тогда. Испеку печенье я. Будет рада вся семья. Нужна
вот уже, милый мой, ты стал совсем большой. Нет, 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 я все испортил. Все ошибаются порой, не страшно, милый мой. Отлично, милый. Мой малыш, иди сюда, займемся делом мы тогда. Листья надо мне собрать, будешь помогать. Сыночек мой стал совсем большой. Пробуй подметать, быстро листья собирать. Метлу тебе я дам, она поможет нам. О! Нет, 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 я все испортил. Все ошибаются порой, не страшно, милый мой. Так держать, приятель. Братик мой, иди сюда, ты очень нужен мне всегда. Я заправляю свою кровать, и ты мне можешь помогать. Братик мой стал совсем большой. Покрывалом накрывай, собраться складка мне давай. Молодец, все хорошо, попробуй ты еще. Ошибаются порой, не страшно, братик мой. Братик мой, иди сюда, ты очень нужен мне всегда. Я одежду сейчас сложу, помоги мне, я прошу. Братик мой стал совсем большой. Пробуй складывать, чтоб одежду не помять. Молодец, все хорошо, попробуй ты еще. О! Нет, 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 я все испортил. Все ошибаются порой, не страшно, братик мой. Да! О да, в лагере футбол играю я. О да, в лагере все мои друзья. Ту-ту-ту, ту-ту, футбол, ту-ту. Ту-ту, футбол, ту-ту. Ту-ту, футбол. О нет, мяч попал в костер, и теперь огонь распространяется. Не волнуйтесь, я позвоню пожарным. Внимание, пожарные! У нас пожар! Пожар в лесу! Нам нужна помощь! Мы скоро будем! Пожарным надо бежать! Это очень важно! Ведь всех быстро спасать надо от огня! Ту-ту-ту! Ту пожарная машина! Ту-ту-ту! Пожарная машина! Не волнуйтесь, дети, ведь к нам уже приехали пожарные. О да, у них есть шланг, и костюм не просто так. Он сможет защитить от ожогов их. Шланг ту-ту, ту, это шланг ту-ту, ту, это шланг. У нас все под контролем, друзья. Теперь вы в безопасности. Да! Ура! Спасибо! Чтобы выше всех, тут по лестнице на...
держите подальше от костра. Да, так вы сможете безопасно насладиться костром. Да! Мы в безопасности! О, подождите, у нас есть для вас кое-что особенное. Да! Подарок от меня победителям огня. Огонь не страшен нам, спасибо скажем вам. Спасли ту-ту, ту, мы справиться смогли, ту-ту, ту, всех спасли. Пожарный код желтый, пожар в городе. О, нам пора ехать, нужно снова бороться с огнем. Будьте в безопасности. Да! Пока. Пока. Жук, жук, жук улетай. Жук, жук, жук улетай. Очень жуткий, грязный, страшный. Жук, жук, ты улетай. Неправда, жуки хорошие. Бабочки очень хороши. Божьи коровки, скажу вам от души. Жук, жук, жук уползай. Очень жуткий, грязный, страшный. Жук, жук, ты уползай. О, это просто сороконожка. Много ножек, посмотри сюда. Суперскорость разовьет она. И догнать можем не успеть. Так весело смотреть. Да. Что это, малыш Саша? Жук, жук, жук уползай. Жук, жук, жук уползай. Очень жуткий, грязный, страшный. Жук, жук, ты уползай. Ух ты, так много муравьев. Муравьи весело живут, без конца работать привыкли они тут. Знай, что все они одна семья, муравьи друзья. Эй, кто хочет поучаствовать в пчелином шоу? Я! Жук, жук, жук уползай. Жук, жук, жук уползай. Очень жуткий, грязный. Подойди, малыш, смотри, как работают пчелы. Здесь жужжат пчелки, посмотри. Мед готовят, он в улье там внутри. Мед, мед, очень вкусный мед. Пчелка нам несет. Звук идет отсюда, малыш Саша. Жук, жук, жук уползай. Жук, жук, жук уползай. Очень жуткий, грязный, страшный. Жук, жук, ты уползай. Не надо, улитки забавные. Медленно улитки поползут. Медленно сюда они придут. Как же им везде успеть? Весело смотреть. Посмотрите на этого красивого паучка. Жук, жук, жук уползай. Жук, жук, жук уползай. Очень жуткий, грязный, страшный. Жук, жук, ты уползай. О, поможем паучку. Жучки, жучки, любим мы вас. Жучки, жучки, любим мы вас. Всех вас любит наша семья. Ведь вы наши друзья. Отлично! Вы такие храбрые! Видели? Нет причины.
причин бояться жуков! Да! Бо-бо, и все будет хорошо. Доктор Даша, буду я всех лечить теперь, друзья. Окружу заботой, поцелую, где Бо-бо, и все будет хорошо. Да! Да! Я уверена, что теперь тебе лучше. Бо-бо, и все будет хорошо. Доктор Даша, я иду и медведя полечу. Окружу заботой, поцелую, где Бо-бо, и все будет хорошо. Скоро тебе станет лучше, температура спала. Поцелую, где Бо-бо, и все будет хорошо. Доктор Даша, я иду и пингвина полечу. Окружу заботой, поцелую, где Бо-бо, и все будет хорошо. Теперь пингвинчик чувствует себя гораздо лучше. Доктор Даша, я иду. Поцелую, где Бо-бо, и все будет хорошо. Доктор Даша, я иду и утенка полечу. Окружу заботой, поцелую, где Бо-бо, и все будет хорошо. Отличная работа, медбрат малыш Саша. У нас в списке остался последний пациент. Пойдем же. О! Доктор Даша, буду я звать на помощь для тебя. Позову я маму, потерпи еще, и все будет хорошо. Доктор Даша, буду я звать на помощь для тебя. Позову я маму, потерпи еще, и все будет хорошо. Пойдем быстрее, малыш Саша плохо себя чувствует. Доктор Даша всех спасла, всем пациентам помогла. Но Саше надо отдыхать, и будет он здоров опять. Доктор Даша всех спасла, всем пациентам помогла. Но Саше надо отдыхать, и будет он здоров опять. Можешь присмотреть за малышем Сашей, а я пока принесу ему тарелку. Конечно, супа. Не
чем помочь, как помочь, чтобы, чтобы выпал он. Знаю как, знаю как, будет он сражен. Знаю как, знаю как, будет, будет он сражен. О нет, не повезло, зубик так силен. Для начала надо убедиться, что мы знаем, кто стоит за дверью. Тук-тук, кто там, кто к нам пришел? Это мама. Мы знаем маму. Мама к нам пришла. Знаешь ли пароль ты? Знаю я. Привет, малыш. Запомни, никогда не открывай дверь незнакомцам. Нет, нет, нет. Кто-то к нам пришел, мама. Тук-тук, кто там, кто к нам пришел? Это папа. Я знаю папу. Папа к нам пришел. Знаешь ли пароль ты? Знаю я. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. 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 Это ты. Отлично, малыш. Да. Не забудь позвать маму или папу, если у двери незнакомец. Оу. Кто-то к нам пришел, папа. Это дедушка. Я знаю дедушку. Дедушка к нам пришел. Знаешь ли пароль ты? Знаю я. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. 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 Это ты. Привет, милая. Запомни, никогда не открывай дверь незнакомцам. Никогда. Очень хорошо. Тук-тук, кто там, кто к нам пришел? Это бабушка. Я знаю бабушку. Бабушка к нам пришла. Знаешь ли пароль ты? Знаю я. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Никогда не открывай дверь незнакомцам. Нет. Нам пришел. Тук-тук, кто там, кто к нам пришел? Доставка пиццы. Мама, папа, незнакомец к нам пришел. Знаешь ли пароль ты? Нет, не знаю я. Папа, не надо открывать дверь незнакомцам. О, это просто доставщик пиццы принес нам ужин. Вы сделали верно, сказав маме и папе, что у двери незнакомец. Да! Сегодня мы весело провели время и узнали о том, что делать, если кто-то стучится в нашу дверь. И у нас есть пицца! Идем играть и у моря отдыхать. Мы на пляж идем играть. Хочешь с нами ты? Мы на пляж идем играть.
отыскать. Знаем мы, и я, и ты, тут сбудутся мечты. Безопасность на пляже, крем от солнца. Не забудь намазать всем нам точно. Ожоги не нужны. Что надо использовать? Солнцезащитный крем. Намазать тебя? Да, пожалуйста. Да. Мы на пляж пришли играть, да. И у моря отдыхать. Мы на пляж пришли играть, хочешь с нами ты? Мы на пляж идем играть, лучше места не отыскать. Знаем мы, и я, и ты, тут сбудутся мечты. Безопасность на пляже. Что песчинки в глазки не попали, будь осторожным, с замком из песка. Быть осторожным с чем? С песком, с песком. Куда он может попасть? В глазки. Мы на пляж пришли играть и у моря отдыхать. Мы на пляж пришли играть, хочешь с нами ты? Мы на пляж идем играть, лучше места не отыскать. Здесь свободны я и ты, и сбудутся мечты. Безопасность на пляже. Но от солнца спрячемся в тенек мы. Нам не нужно на солнце обгореть. Да. Где надо оставаться? В тени. Здесь свежо и здорово. Да, да, да. Плавать мы на пляж идем, лучше места не найдем. Плавать мы на пляж идем, хочешь с нами ты? Плавать мы на пляж идем, лучше места не найдем. Знаем мы, и я, и ты, тут сбудутся мечты. Безопасность на пляже. Осторожно, тут большие волны. Так возможно запросто упасть. Что надо делать? Быть осторожным. Когда мы увидим что? Большую волну. Все мы любим пляж.